Великим днем называют Пасху. Это день особенный для каждого из нас. Он наполнен животворным светом благодатного огня, наполнен ликованием и волнением людей, пришедших в христианские храмы, чтобы сказать друг другу «Христос воскресе!» и услышать в ответ вечные слова «Воистину воскресе!». Пасха, светлое Христово воскресение – центральное событие в духовной жизни христианина, отмечаемое с огромным благоговением, торжеством и радостью. Ее ждут, к ней готовятся. Пасха – самый главный праздник православной церкви. Его торжественное и трепетное ожидание для людей сочетается с особыми приготовлениями. Приготовлениями, которые очищают душу и сердце, с чистыми помыслами встречают православную Пасху Христову. Для этого праздника нет границ и расстояний. Именно эту мысль озвучил архиепископ Брестский и Кубринский Иоанн, обращаясь к верующим Самвона Свято-Воскресенского храма. Действительно, воскресение Христа – это победа над грехом. Нам Господь дал возможность победить в себе, в первую очередь в себе, все недостатки, все грехи. Все то, что мешает нам быть чище, лучше, ближе к нашим ближним, а значит и ближе к нашему Господу. Мы прошли время Великого Поста, время, когда, думаю, что каждый из нас задумался над смыслом своей жизни. Ведь наша жизнь заключается не в том только, чтобы достичь чего-то хорошего в карьере, не в деньгах и в богатстве, не во власти. Счастье человека заключается в чистоте его души и сердца, в доброте его помысла, в делании добрых дел, в служении ближним, в служении Отечеству, в служении Богу. Это смысл жизни каждого человека как творение Божие. Я желаю всем нам, братья и сестры, доброго здоровья, помощи Божьей, мудрости в наших поступках. И самое главное, я желаю чистоты нашего сердца. Участие руководителей области и города в празднично-воскресном богослужении уже стало традиционным, и это не просто дань традициям. Это глубокая уверенность, что православная вера людей помогает делать мир лучше, а помыслы чище. В празднике принято дарить подарки. Не обошлось без этого ритуала и в этот день. Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн вручил руководителю областного центра Александру Рогачуку символическое пасхальное яйцо подсвечник, а также свечи, привезенные из Иерусалима. Я сердечно благодарю всех за этим светлым днем. Никакая ни погода, ни такой снег не может повлиять на наше радостное и светлое настроение. Я хочу заверить всех, чтобы и дальше, по поводу Владыка, будем продвигать дело православия, дело Христа, нас, в городе. В городе, который скоро будет тысяча лет. Всем крепкого здоровья, мы вместе. Любовь к Богу, любовь к ближнему – это те ценности, которые заложены в духовном смысле торжества, продолжающегося на протяжении почти 2000 лет. Каждый год все большее количество людей приходит в храмы, это значит, что все мы будем хранить христианские ценности, помнить свою историю. Этот великий день делает нас лучше, он украшает нашу душу добрыми делами и милосердием. Главное в празднике Пасхи – это радость, духовное ликование. Поэтому впустите в свои сердца радость и любовь и встречайте ближних в велик день восклицанием «Христос воскресе!», чтобы услышать в ответ «Воистину воскресе!».